2-1. Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии. Встреча прошла в Калининграде в пятницу. Счет на 5-й минуте встречи открыл нападающий сборной Сербии Александр Митрович. Отыграться швейцарцам удалось лишь в начале второго тайма. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири. Таким образом, сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка.